китайском. Что? Как тут сохранился Ленин, если это была раньше Украина? А? Я не знаю. Вау! Розы уже отцвели. Погода, которую я люблю. Розы. Какие красивые. Блин, тут шикарные. И смотри, рыбки. Сиди вот так, сиди. Или я первый раз вижу, как-то вы. Погоди, давайте сюда. Мы в зеленом лабиринте. Я выход нашла. А зачем ты спрашиваешь? Это неинтересно. Там тупик? Да надо сообща действовать. Сообща-то с нами. Со всеми надо действовать. Вот я вернулась, уже никого нет. Еще балконы. Я вернулась, уже мы одни. Эй! Карина, без мамы не приходит. Ну, ой, давайте вместе идти сюда. Это прям Гарри Поттер. Да. Клубок огня. Йо. Чего? Роза. Гарри Поттер. Мама! Твою ж налево! Я испугалась. Это знаешь, это откуда-то, это из какого-то тигра в лабиринте был. Сейчас еще будет. Что там вышел молодой человек? Да ё-моё, идите кто-нибудь впереди, мне страшно. Вот что написано. Тут встречаются. В тайной комнате, к фонтану. Пойдемте к фонтану. Туда, на дорожку. Ну пошли. Это обман, наверное. Заходи. Миша, иди сюда. Второй бассейн. Второй бассейн. О, балкончик. Весело, по-моему. Два бассейна. Два бассейна. А сколько было балконов? Два или три? Два. А, три балкона. Балконы? Балкона три. Это первый. Я говорю, балконов всего три, а бассейн пять. Миша! Ура! А мы тут красиво! Я не вижу!
А вот еще бассейн, мы здесь не были. Нет, это нет. Это начальный, мам. Нет, ты что, он другой со всех. Так вот третий. Третий бассейн. А, вон фонтан. Что-то фонтан там. Пойдемте туда. Ой-ой. Миша, не отставай. Эй, а как вы, что-то я не поняла, а мы-то... Да. Вот, Миш. Так. Да, Миша, стой. Да подожди, мы... Где фонтан? Мы не дошли до него. Какой бассейн? Четвертый. Там пятый. Пойдемте к пятому. Да. Прошарил. Вот, вот. Я же вижу, что он тут все. Есть. Мы все на бассейн. Красиво. Но мы не нашли это. Два балкона осталось. Он, кстати, сказал, что 2 метра глубиной. Ну, что-то я не знаю. Здесь-то нет. Вон, смотри. Второй балкон, там. Смотри, что это, специалист. Вы где? Вы сами спецэффекты создаете. Да ё-моё. Миш, подожди. Саш. Здравствуйте. Добрый день. Он сидит, здесь. Кукует. Где он? Помаши нам ручкой. Где Саша? Вон он. Да. Мы сейчас выйдем. Ручкой. У нас последний балкон. Уц. Сейчас мы как-то быстро прошли. Я пойду за ним. Ну что? Я бы поутала, тут поутала, я бы ничего не нашла. Миш! Он спрятался. Миша! Куда бить? Тут тупик. Иди сюда. Он нас не слышит даже, срань. Да, вот. Все, идем. Мы сделали это! Супер! Оля, нормально, спускайся.
могу через три. Ольга, что ты испугаешь? Они плыли. Ну, бамбук вам, лесу. На самом деле он темнее, темнокамере. А что тут? На самом деле он зеленее, он прям темно-зеленый, да? И там так темно, смотрите, сколько там листьев. Идем. Что? О, класс! Продолжаем нашу прогулку по Никитинскому ботаническому саду. Миша, ваши впечатления? Майами. Майами? Ну вот немного, это да. Майами. Чуть-чуть есть. Ты прям был в Майами, что можешь сказать, что это прям Майами? Нет. Мы идем в направлении к бабочкам. Угу. Катя, ты ирга? Ирганская. В смысле? Нет, это не ирга. А, ну да. О, какие крупные. Нет, это точно не ирга. А так и хочется съесть пару ягодок. А вот это мушмула. Вот это точно, 100%. Вон даже есть там желтенький еще. Во, целое дерево мушмулы. Ирга, ягоды. Ну, у нас птицы все сжирают, мы не успеваем их съесть. У нас на даче есть ирга. Бананы. Бананы, не вижу бананов. Банан Басио. Ой. О, смотри, опять какая красотень. Мороженое? Какое-то интересное растение. Опять тут великолепные ракушки. Ой, кувшинки. Смотри, это желейка. Мир, мир.